и бизнес-инвестор. Он ведь Африку вдоль и поперек изъездил. Он ведет там разные программы по спасению слонов, сохранению. Он знает Африку, ну, как свои пять пальцев. И вот его эмоции, его чувства, которые он испытывает здесь, в Крыму, ну, они особо ценные, как от человека, отец которого очень известный человек был, в том числе по изучению Африки. Поэтому его мнение очень ценно, когда вот, ну, то, чего в Африке не позволено, вот здесь, в Крыму, в родном, в котором он, ну, собственно, столько всего создал, построил, и вот сегодня отдыхает в нашем парке. Вот, поэтому Александр Евгеньевич может поделиться своими впечатлениями об этом. Это настоящие львы. Вы видите, не обколоты. Запашный сказал, что это невозможно в априори обколоть львов на территории, потому что это дорого стоит, это невозможно, и это никогда не делается. В общем-то, мы не знаем эти все препараты. Это настоящие, здоровые львы. Вы знаете, что Персей, он характер. Вон, видите, какой у него характер. У него настоящий характер. Он... Но есть вот это расстояние, есть уважение ко льву, есть уважение к его самкам и так далее. Я могу к ним приблизиться еще больше, Персей. Сиди вот это вот, твой номер 16, фильм за клиентом. Вот, поэтому все хорошо, все хорошо. То есть, если со львами по-человечески, то все получается. Выпендриться можно один-два раза. Но мы-то это делаем каждый день и на протяжении уже многих лет. Знаете, и это говорит о том, что мы все-таки знаем язык львов, законы их поведения, уважаем. И львы считаются и уважают нас. Ну, как-то так. Александр Евгеньевич. Это уникальность. Да. Пару слов. Как говорит Олег Алексеевич? Я могу руками развести. Только руками, да? Уже по второй год, с тех пор, как я первый раз здесь был. И не перестает удивлять, да? Делается абсолютно. С научной точки зрения это надо еще поизучать. Диссертацию написать. Как это может быть? Не одну диссертацию. Серьезно. Мнение Запашного крайне важно. Сейчас пойдем с вами. Ну да. Нет,